Сегодня я расскажу, что можно добавить в шампунь для ускорения роста волос на 5 см. Средство лечит облысение, укрепляет волосы, борется с жирностью и восстанавливает локоны. Возьмем порцию шампуня и добавим 1 чайную ложку 9% яблочного уксуса. Яблочный уксус содержит витамины А, С, Е, В1, В2, В6, молочную, яблочную, лимонную кислоту, медь, пектин, фтор, натрий, калий и другие микроэлементы. Благодаря такому большому количеству полезных микроэлементов, уксус в составе шампуня обладает восстанавливающими и регенерирующими свойствами. В содержащийся в составе уксуса витамин Е является природным антиоксидантом, который препятствует выпадению волос, улучшает их состояние, помогает облегчить расчесывание и защищает их от негативных факторов. Яблочный уксус – это природный антисептик. Кислоты лимонная и яблочная способствуют правильной работе сальных желез, немного подсушивая, тем самым уменьшая процент выделения кожного жира. Главное, чтобы у вас был натуральный яблочный уксус. Используйте такую добавку при каждом мытье головы, и вы получите колоссальный рост волос, сияющий блеск, легкое расчесывание и полное их преображение.